Традиционная акция «Время выбрало нас». Студенты и школьники в преддверии 9 мая создавали праздничное настроение своими патриотическими выступлениями. Свобода – призрачная птица. О ней так много говорят. И лишь тогда начнет цениться, когда хоть день у нее отнят. Сегодня канун праздника, но мы все видим, что он объединяет большое количество людей, которые неравнодушны. И неравнодушных в этот день было действительно много, так как на сцену выходили победители и призеры разных проектов и соревнований. И, конечно, уже по сложившейся традиции здесь прошла церемония вручения первых в жизни серьезных документов – паспорта гражданина Российской Федерации. Для меня это было очень ответственно, потому что получить паспорт еще и в преддверии такого праздника – честно, на сцене я очень стеснялся, я боялся выходить. А еще в этот день на сцену вышло 80 человек, победители и призеры социально-педагогического проекта «Будь здоров» и муниципального этапа «Школа безопасности». И это отличная возможность подчеркнуть успехи и достижения молодежи в различных сферах, а также поощрить их активное участие в общественной жизни и развитии города. Ну, приятно. В честь преддверия 9 мая получить прилюдно на сцене. Очень приятно. И что важно, все творческие номера представлены в этот вечер на сцене любительские. Хотя на первый взгляд понять это очень сложно. Яркие современные номера и осознанная подготовка к выступлению помогают молодым людям донести до зрителя значимость и важность отмечаемого сегодня Дня Победы. А также вдохновляют самих артистов на новые достижения. Сегодня перед Днем Победы было очень приятно присутствовать. Был весь